Розовая. Она будет розовая. Тебе зеленый. Девки, зеленый. Пишите ей. Тебе под глаза. Мужики, молчите. Ты... Спроси Алину. Алина Сурёв. Обкончалась. А у тебя водка есть? Наверное. Всем привет! Меня зовут Даша, а это моя подружка Ксюшка. Даша, давай нормально. В общем, всем привет! Сегодня мы с Ксенией Фёдоровной. Будем тестировать неговоримые личные данные, меня найдут. Будем тестировать детскую косметику из магазина «Магия». Прикиньте, эта херня стоила 600 рублей. Это еще по скидке она так стоила косарь изначально. Да? Да. Я надеюсь, вам понравится видео. Если понравится, то ставь обязательно пальчик вверх. Но мы начинаем делать супер детский макияж на утренник. Погнали! Косметика в виде гитары. Мы потому что сегодня с тобой рок-артистки будем на детском утреннике. Что будешь исполнять? Я? Ты. Джаз можно? Да. Я вот не знаю, что это такое, но, по-моему, это лак. Нет, вот, это вот, лак. Вот это? Это картонка. Давай, Ксюша, потом ставим музыку. Что, зачем, почему? Вопрос и ответ. Это у меня на учебнике просто лежит. Смотри, как хорошо тут все запаковано. Скотчем. Роб тебе отпало. Ты какой сегодня будешь макияж? Давай под кофту, зеленый и желтый. Давай. А я буду розовая. Давай. Ты будешь розовая? Я буду розовая. Она будет розовая. Тебе зеленый. Девки, пишите ей. Тебе под глаза. Мужики, молчите. Ты хочешь делать с этим? Пальцем. Чтобы эффективнее было. Давай эффективнее пальцем. Так, значит, здесь еще есть помадки. Давай сначала обзор. В виде нот. Еля. Фу, блядь, Даша, блядь. Вот это пигментейшн. Вот это я не могу. Тыкнула. Ну ты че, блядь? Ты розовая сегодня можно. Спасибо, там все. Ужасное зеркало. Зачем детям такое ужасное зеркало делаю, да? Здесь идет вот такая вот розовая помадка. Какая твоя будет? Она еще она старит, мне кажется. О, ты понюхай, чем они воняют. Че это за запах? Бензин какой-то? Вот такая вот модная помадка. Давайте сразу пронюхаем. Кстати, это неплохо. Прям детская косметика вспомнила былые времена. А это? Фу, блядь, выкини его вообще подальше, вот туда закинь. Ты чё мне пальцы кидаешь, мать? Смотри, здесь есть кисточки специальные для того, чтобы делать маникюр. Или чего это? Это блески для губ, понимаешь? Да? Все это так блеск. Все так фэшн? Фэшн, вау. Из микрофэшн, блядь. Ты понюхай, может, все-таки а почему они такие жирные? Все уже протекло. Фу, понюхай, блядь. Юш налево, как этим пользоваться? Так, давай сейчас сделаем себе макияж. Глаз. Я должна разобраться, блядь. О! О! Мне что-то подобное, мне кажется, когда-то было. Прикидаю. Подожди, это, блядь. Да. А кто говорил тут тогда про nails? Там было написано nails, маникюр. Слушай, а прикольно, да? Будешь собирать себе рыжие. Все да, тебя да, рыжие. Да, блядь. Ладно, давай, Ксюша, приступаем к мейкапу. Почему она такая жирная? А, вот еще тут блески. Тебя. Ты точно хочешь это на губы? Нет. Я беру зеркало папина. Ты послушай, послушай этот звук. Это похоже на желе. Не порти наш блеск. Да, намажь сразу же, чтобы влажненько, угришки сухие. Красиво. На еще много осталось. Не порти мне мой макияж. Фу, какой ужас. Сейчас я буду носить себе розовые тени на все подвижное веко. Наносим себе на подвижное веко. О, они с шиммером. Это уже очень хорошо. Маша. А. На полу где-то. Находится. Спроси Алину. Алина Сурёв. Синяя такая. Слышишь звуки? В общем, пигментация ничего такая. Хуже, они еще с шиммером у меня. О, да. А ты будешь оранжевый. Ты вся, что ты меня закрыла? Обкончалась. Ты будешь на подвижный век наносить какой цвет? Выбирай, у тебя тут большой выбор. Да, блядь. Зеленый. Давай. Может, оранжевый? Нет, зеленый. Да, давай, пальцем. Мне кажется, лучше аппликатор пальцем не влезет, не влезет. Чё они такие дерьмовые? А ты что хотела для детской косметики? Чтобы у тебя было тут люкс все? Да. Смотри, ничего не передалось. Ну-ка, бы закрой глаз. Бери оранжевый. Подожди, на зеленый. У меня неплохо берет. О, все, пошло. Да?
Да. Вау. Наслаиваем по 300 раз, что наверняка. А у тебя водка есть? Наверное. Нет, сядь подальше. Во! Вот теперь человеческое седан, плиз. У тебя с блёстками? Я такое ощущение, как будто гепатитом заболела. У тебя еще веки посинели, да, и пожелтели. Да, да, да. По-моему, это не лучший вариант был. Нормально сейчас. Глаза выделить, цвет глаз. Я уже очень долго вожу по глазу, ничего не меняется. Ты просто это, форму. Я хочу себе до брови сделать. Ой, что-то у меня зафиксировалось здесь не так. О, зафиксировалось. Я хочу пробовать аппликатором. Может, лучше бы попробовать аппликатором. О, пошла принцесса. Сделайте глаз оранжевым. Так у меня рыжий-зеленый. Типа переходом. Дети такое не умеют, блядь. Ты прикинь, у тебя ребенок вот таким бы занимался? Ну, похуй. Его ж проблемы. Его жизнь. Так, надо сейчас зеленым внизу, чтобы... Вот это просто beautiful. Beautiful? Yeah. Дети такое не умеют говорить, так что говори по-русски. Я так люблю себе хуярить на глаза вот эту. Ты какой фэшн. Ты посмотри на вот эту вот кисточку. Это будто бы, знаешь, после гель-лака засохшая. Что за блядство? Nice ears. Пидорас. Геля не поймет нас. Геля, а Геля не будет смотреть. Фиолетовый вообще не пигментированный. Роза, кстати, еще норм. Вот Ксюша всегда так. Ты следующий, чем другим займется. Да. Вот это, блядь, козявка выскочила. Ну что я скажу? Синий? Хуйня. Полноценная. А, это будет влажный макияж? Что-то дети так не шарят, наверное, нет? Не, не шарят. Хотя сейчас дети все шарят, понимаешь? Что сейчас дети не хуиксами этими пользуются, никсами хуиксы. Это мы не знаем, что купили. Ты посмотри, какой влажный макияж. Вау! А может, поверх зеленый-то не ложится? Нет, сейчас ничего не наложится. Сейчас комками все наложится. Ну ты попробуй. Я сейчас блестки нахуярю. Ты помнишь? Я уже готова. Ты помнишь оранжевую жизнь? Помнишь вот эти вот былые времена, когда мы орали? Сейчас обносить глиттеры. Клиторы. Говори. О, они такие жирные, пиздец. У меня с Аликой они такие жирные. Вау. Это ужасные глиторы. Да. Не должны быть такие жирные. Они прям максимально жирные. Они будто... Это будто бы блеск, кстати. Мне кажется, на одной основе делают. То есть он мне стер весь макияж. Как бы тут цвет, а когда наносишь, цвета нет. Блин, вот как можно детям продать такую хуйню? Это второе мое разочарование после косметики Sailor Moon. Че у тебя, как дела? Мелко красиво. Я типа влажная. Давай себе еще что-нибудь влажное поверх. Сколько можно? Что-то у тебя не изменилось ничего. Давай, да, зеленый поверх делай. А то я тут одна на панели гожусь. Давай разобьем его. Не надо. Вот. Вот сейчас я точно гепатитом заболела. А мне нравится зеленый цвет. Вот сюда еще. Все ж на штаны ебаный поворот. Еще кошка тут волосню пустила. Я люблю тратить деньги в пизду всякую. Я знаю. Все ради видео, все ради контента. Ставьте нам сразу лайк. Без смысла мы эти видосы сейчас делаем. А, мы все равно пробуем эту косметику. Нихуя ты наносишь. Пиздец. Хочешь так говорить? Я сегодня принцесса Бубльгам. Бубльгам? О, пошло. Ты переборщила с блестками? Да какое? Тебе нормально. Давайте нанесем помаду. Ты должен был быть лак, я хотела еще и ногти накрасить. Деться не кисть, она вообще не гнется. Как будто насрали на губы. Ты красную сделал? Я хочу увеличить себе губки. Кстати, у меня когда-то была подобная косметика, но она была попигментирована. Как называется? Феечка, да, была? Или как? Моя маленькая пиздец, принцесса. Опять кошачий волос. Да ёпа мать, а. Не дай бог такой ребёнку кто-то подарит маму. По-моему, это похоже на проститутку. А чё, белый есть? Пиздец. Помада тут белая есть, вопрос до чего. Почему тут помадов и блесков много, а вот теней мало? Потому что это набор для девочек будущих, с большими губами. Будущих проституток от Сосон, да? Чё, у тебя как там... О! Вот это у тебя, ты как такой мейк-то жесткий сделал? Не знаю, просто... Это вот фэшн. Просто на это, на блеск для губ наношу сейчас. И чё, прям хорошо, да? Лайфхук, блин. Если у вас тени не пигментированные, наносите на прозрачную блеск. Я им выделю уголок. Мне страшно этим всем мазать, понимаешь? Глаза не отпали, да? Губы, главное, чтобы не отпали. Чем буду я сосать-то? На районе. Этот блеск прям год я буду пользоваться. Скажите, у вас с вами была помада «Маленькая принцесса»? Вы носили с собой в сумочке? Скажи мне, пожалуйста, кто из соседей у тебя как кит рыгает? Там вот этот скат мели. Если на кончик носа ничего, чтобы он сиял. Фу, с таким противным такой. Я вообще тоже была. У детей должна быть косметика сладкая, да? Ага. А не эту. У тебя прыщи уже были на щеке. А, так а черную точку выдавила.
Пиздец, так. Кошачий волос. У меня дома вообще краситься нельзя. А где моя игрушка? Вот твоя девочка. Что? Блять, как дети этим пользуются? Не пользуются, так никто не покупает. Поэтому скидка. Да. Эта косметика полная хуйня. Да. Наверное, на фон можно ее поставить, да? Кого? Ничего так выглядит, да? Тан-т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 ан
Надо еще вблизи кто-то показать твои глазки. Ладно, еще вблизи покажем главное глаза. Главное смыть, блядь, это дерьмо. Да, губы просто жесть. Никогда не покупать детскую косметику. Лучше купите хорошую Никс какую-нибудь, да? Это хуже, чем косметика Sailor Moon. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. А я всех люблю. Ой. И целую. Что? Пока! Как дети, блядь, пидорас. Бежал на вечеринке, куча трёпа ни о чём не фраз, а я не могу забыть её губы на моих губах. Бутылочка, крутись, бутылочка, крутись, давай, покажи мне.